Друзья, всем привет! Юнит-тестирование, часть 2. Видео посвящено основам создания юнит-тестов. В этом видео проговорим инструменты, обсудим некоторые сборки, которые используются как вспомогательные для написания юнит-тестов. Я попытаюсь показать детально, как вообще это все создается, по какому принципу и для чего. В общем, давайте начнем. Итак, инструменты, которые я буду использовать сегодня, это Visual Studio 2019, у меня Enterprise Edition, мне повезло, работаю в хорошей компании, версия 16.4.4 была обновление сегодня утром, ASP.NET Core платформа 3.1 версия, потому что она уже на самом деле выходит на уровень продакшена, постепенно сборки появляются для именно версии 3.1, ну и буду использовать Nibble Framework. Если вы не знаете, что это такое, посмотрите видео, у меня есть описание этого фреймворка. В общем, чтобы было понятно, откуда чего ноги растут, думаю, что было бы неплохо вам ознакомиться с ним. Итак, я буду использовать XUnit. Почему XUnit? Ну, на самом деле, сборок и NUnit, и XUnit, и MS-Test, и еще есть другие сборки сторонних разработчиков, которые на самом деле делают, в принципе, одно и то же. Вопрос сводится к тому, что какая из них более удобная, какая более привычная. Я выбираю XUnit, потому что я на самом деле давно уже с ним работаю. Мне нравится среда в нем, которая присутствует. Мне нравятся фикчи, которые можно в нем использовать. Ну и большое количество надстроек, которые к нему привязаны и расширяют функциональность этого фреймворка XUnit. Опять же говорю, что для написания юнит-тестов существует множество количества всяких разных. Они, в принципе, делают все одно и то же. Вопрос количества инструментов, которые помогают расширить функционал. Автофикча, я буду использовать ее, мы будем говорить, как она работает, мы будем говорить про для чего она нужна, что это такое. В общем, я попытаюсь на банальных примерах показать, как использовать эту штуку и вообще ее предназначение. Также мы будем использовать мокинг, ну так называемые заглушки, стабы, которые будут использоваться для написания юнит-тестов. Напоминаю, что юнит-тесты это обособленная такая среда разработки, которая не требует связи ни с микросервисами, в смысле ни с сервисами, ни с базой данных, ни с другими фреймворками, ни, дай бог, с другими сайтами и вообще. То есть настолько обособленная, что нужно просто жуть. Ну и еще разные другие полезные штучки будем смотреть, покажу, как удобно их использовать. Ну и, в общем, наверное, пока на этом все. Давайте акцентируемся на демонстрации. Мы переключаемся в Visual Studio и, собственно говоря, начнем. Перед тем, как мы начнем, хочу сказать, это видео снимается в формате 1080, ну то есть в высоком разрешении. Если у вас проблемы с его просмотром или что-то как-то где-то непонятное, нечитаемо, невидимо, пожалуйста, скажите, я вернусь к предыдущему формату. Если все нормально, тоже, пожалуйста, скажите об этом, можно писать в комментарии, чтобы не было так, что видео снимается, а его никто не смотрит. Спасибо заранее, и давайте вернемся к нашему видео. Друзья, перед вами проект, вернее, solution, в котором 4 проекта. Как вы видите, здесь нет ни одного юнит-теста, ни одного проекта с юнит-тестом. Почему ни одного проекта? Потому что правильно делается таким образом, что для каждого из проектов создаются свои юнит-тесты. Например, у меня есть проект Core, и тогда, если я вдруг захочу туда написать юнит-тест, то у меня должен появиться проект Calabonga Quiz Backend.core.tests. И так, соответственно, для каждого из проектов. Суть в следующем. У меня есть бэкэнд, который веб, и я сейчас скопирую его название и буду создавать проект с юнит-тестами именно для веба. Создадим новый проект. Visual Studio нам должна предложить, неправильно написал, юнит-тест. Вот, на C-Sharp, нам другие не интересно. Я втыкаю название и дописываю тест. Вот примерно вот таким вот образом, как вы понимаете, для каждого из вот этих вот проектов создаются дополнительный проект с тестами. Ну и, в общем, пока студия ставит зависимости, уже поставила, я первым делом обычно открываю, ну еще вот хотел, покажу, смотрите, когда я нажимаю правой кнопкой на всем проекте, да, открывается большая портянка, а когда я открываю только на зависимостях, открывается как раз то, что мне нужно. Вот Manage Package.
Сейчас мы проверим обновление. Я вам настоятельно рекомендую это делать тоже. Сейчас я их установлю. Итак, у нас установлены обновления. Это замечательно. И у нас создался один файл, в который, собственно говоря, мы будем писать юнит-тесты. Но прежде чем начать, вообще, как это все делается? Смотрите, небольшая лирика, да, отступление философическое, если так можно выразиться. Вообще, что такое юнит-тесты? Я считаю, юнит-тесты – это то, что является неким каркасом на изменения, на возможность изменений структуры кода существующего. Ну, допустим, есть какой-то функционал, который содержит там какие-то манипуляции с каким-то списком, да, и у вас в списке там 39 записей, ну, неважно. Вот, и вы пишете тест, который проверяет, что у вас в списке 39 записей. Если какой-нибудь разработчик, другой или вы через время попытаетесь изменить количество записей, то вам юнит-тесты, они сломаются и скажут, что, в общем-то, вот смотрите, было 39, должно быть 39, а теперь их там, допустим, 40. Вот как раз вот эти юнит-тесты, они дисциплинируют с той точки зрения, что они позволяют направленно менять какой-то код, вносить изменения и функционал, в частности, новый, без возможности сломать предыдущую работоспособность. Понятно, если вы захотите добавить просто там 40-й пункт в какие-то там записи и целенаправленно, то это как бы один вариант, вы поправите тесты. Если у вас случайно тесты упали и каким-то образом появился ненужный 40-й пункт, то вы будете понимать, что к чему. Вот это такая краткая философическая справка, да, по поводу того, как это должно работать. Ну и, в общем-то, писать тесты на чистом поле, да, как бы, ну, глупо, да. Поэтому, смотрите, у меня есть NuGet-пакет, который позволяет... Калабонга, сейчас мы найдем его... По-моему, демо-тест называется. Колобонга. Сейчас один момент. Демо. Classes. Вот. Есть у меня такой Nugget пакет. Он предназначен для .NET фреймворка. Здесь просто содержится некоторое количество классов. Вот на них мы, собственно говоря, и будем писать тесты. Так, я его вот так вот скопирую, чтобы было проще. И опять же установлю зависимости. То есть это всего лишь даст возможность, ну, не создавать классы для тестов, они уже будут, а на них мы будем писать тесты. Итак, мы начнем с самого простого. Так, установлено. Ну и для начала, да, как именуются файлы, я это тоже хочу показать. Для начала я удалю этот файл, который создала мне студия любезно. Я для начала создам файл, который, как вы понимаете, я вот скопировал, да, demo classes. Ну, давайте колобонгу отсюда уберем, нафиг не нужен. А вот тест я допишу. И напишу C#. Еще скажу, что у меня обычно вот эти вот классы, вот эти вот тесты лежат в определенных папках. Ну, например, есть менеджеры, да, если касаться терминологии Nimble Framework, о котором была речь в предыдущих видео, то там есть менеджеры, есть валидаторы, есть factory, и вот каждая папка managers, и там для каждого менеджера свои тесты. Ну и обычно я еще создаю папку infrastructure, вот, в которой хранятся все необходимые внутренности для того, чтобы эти тесты работали. Итак, давайте по порядку создадим какой-нибудь простой тест. Для начала давайте сейчас вернемся в этот NuGet пакет, там есть описание, NuGet.org. Еще есть такая штука, называется Windows V кнопка, которая показывает clipboard, я ей пользуюсь, вот, чтобы она запоминает, что было в clipboard скопировано. Вот, есть класс, просто здесь есть описание, я это оставлю, не буду закрывать. Есть у нас класс Person, давайте с него и начнем. Ну, в общем, как это дальше делается? Ну, для начала создается какой-то метод, да, public void, ну, и пока название будет тест, вот, и здесь мы сделаем такую штуку. Для того, чтобы этот тест стал тестом, нужно добавить атрибут, который называется fact. Вы видите, что namespace подставляется xunit, давайте лишние namespace удалим. Это тоже рекомендуется делать.
Но и сейчас, если я переключусь через быструю команду, я где-то писал видео, как это делается, через быструю команду вот на юнит тестирования, да? Вы видели его вот закладку, и здесь появился вот этот вот тест, который, собственно говоря, смотрите, что самое смешное. Если я сейчас запущу тесты, то вот этот тест, он пройдет. Вот, посмотрите, тест прошел. То есть это о чем свидетельствует? Это свидетельствует о том, что можно написать такие тесты, которые будут абсолютно глупы, бесполезные и бездарные, которые будут проходить, но ничего при этом тестировать не будут. В общем, этого нужно остерегаться. Нужно, чтобы тесты реально вам помогали в работе. Итак, для того, чтобы этот тест стал нормальным, давайте все-таки его назовем правильно. Ну, первое я всегда делаю, ну, опять же, именование, да, наименование тестов тоже на самом деле очень важно. Смотрите, вот сейчас, когда я напишу тест, обратно, да, у меня Visual Studio подсказывает, что у меня вот есть Kalabunga, тут-тут-тест, .тест, да, о чем мне говорит это название? Да ни о чем, поэтому я сейчас буду все-таки называть правильно. Смотрите, у меня есть название класса, demo classes tests, и здесь я в названии пишу обычно таким образом, it should, ну, в смысле, это означает, он должен, а дальше пишу подчеркивание, и, в общем-то, после этого подчеркивания пишу, что он должен. Ну, в данном варианте этот тест говорит о том, что у меня этот класс, demo classes, должны быть under testing, то есть говорит о том, что у меня demo-classes.test должны находиться под тестированием. Смотрите, вот у меня сейчас опять не очень правильное название, поэтому мы сейчас сделаем небольшую фишечку. Я сюда создам класс, который называется xunitrunner.json, в котором помещу .json, опечатка, да? В котором сделаю вот такую вот штуку. Здесь называется метод display двоеточие метод. Нажму сохранить. Ну, единственное, что еще нужно сделать, это файл поместить в папку дебага. Нажимаем build. Это можно закрывать. Ничего не сработало, потому что я ошибся с названием имени. Имя имеет значение. Runner. Shift. Отбилдим. Вот, смотрите, теперь у меня отображается только название метода. Собственно говоря, структура получается очень простая. Что в проекте Kalabunga backend web.test файл demo classes test it should under testing. То есть, как бы само по себе все связывается в кучу. То есть, таким образом, очень удобно будет искать, что, почему и как. У вас, то есть, в зависимости от того, красный, зеленый, давайте запустим. Мы же знаем, что этот тест проходит, хоть он ничего и не тестирует, очень удачно написанный тест. В общем, смотрите, у меня все прошли тесты, и если он, допустим, говорит, что... Давайте вот так вот сделаем. Assert true, напишем false. И запустим тест. То есть, когда мы смотрим, здесь у нас пачка тестов, не 2, не 3, не 7, а тысячи, или даже там сотни тысяч, или там десятки тысяч, и он какой-то один красный загорелся, мы точно знаем, что у нас тесты для класса такого-то, он должен быть под тестированием, а он не под тестированием. Да? То есть, вот понятно, да, о чем и как говорят, то есть, тесты разработчику. Ну и раз уж мы затронули первый ассерт, давайте вернемся к теме, которая была озвучена в первом видео. Там есть такое понятие. Называется три буквы A. Ну и, в общем, есть такое понятие, как правило, да, формирования тестов, да. Range, так называемая, есть группа каких-то методов. Есть act, которая позволяет вызвать конкретный метод для тестирования. И ассерт. Ну, давайте еще вот так вот сделаем. Почему он называется AAA? Потому что... Вот так вот мы сделаем make uppercase. Как раз вот эти три буквы A, они и говорят, что это называется тип три буквы A, то есть act, arrange и assert.
Что делается в Orange? Ну, вообще, смотрите, нам нужно какой-то юнит, который мы будем тестировать, раз уж это юниты. У нас есть класс Person, который мы загрузили в сборке, поэтому давайте создадим Person. А, ну еще, обычно для того, чтобы правильно именовать, обычно пишется SUT, да, то есть System Under Test Unit, да, и вот он вот таким вот образом создается. То есть New Person у нас тут где-то есть, вот он, Person. Собственно говоря, здесь act мы можем пока не делать никаких действий, но вот в assert мы должны написать, что у нас assert, что мы там можем протестировать в данном случае, мы можем написать, что у нас not null, ну что то, что мы создали мы объект и он не null. Мы сейчас прогоним этот тест, естественно, он сейчас покажет, что тест пройден. Есть быстрые кнопки, которые позволяют... сейчас вот отсюда покажу. Вот, я нахожусь в тесте, у меня есть быстрая кнопка. Ctrl-R и просто T. Это запуск для просто прогона без дебага. А Ctrl-R и Ctrl-T это запуск с дебагом. Вот Ctrl-R, просто T. Вот тесты прошли. Ну, в общем, будем считать, что это первый тест. Он, конечно, ни о чем, но тем не менее... Вот так вот, вот пишутся тесты. На самом деле мы создали с вами абсолютно бесполезный тест, потому что мы проверяем функциональность самого C-Sharp компилятора. То есть, когда мы создаем класс, мы проверяем, что этот класс не null. Ну, то есть, другими словами, мы проверяем ничего, то есть то, что проверили за нас. Наверняка создатели компилятора эти все тесты у себя написали. Давайте создадим еще тогда парочку бесполезных тестов, которые всего лишь навсего покажут сам принцип работы, ну и принцип вообще создания. Да? Что мы можем сделать в следующем тесте? Я делаю таким вот образом. Именую просто it should, дальше я пишу should. Ну и, в общем-то, смотрите, name равно, давай, допустим, какой-нибудь name напишем, то есть мы делаем какие-то телодвижения непосредственно с этим объектом тестирования sud. И, собственно говоря, дальше мы можем сделать что? Мы можем проверить, что sud у нас equal чему-то там, да, то есть что у нас эти данные равны. Опять же, я повторю, что это тесты бесполезные, но я хочу все-таки продемонстрировать на самом деле сам принцип. Смотрите, для того, есть понятие, да, вот давайте я вот так вот напишу. То есть вот здесь вот есть expected и actual, да, то есть то, чего с чем сравнивается. И, в общем, принято делать так, что expected это всегда const, пусть она будет string, пусть она будет, я его так и назову, expected, ну, так обычно называется, и это будет name. И теперь нам нужно получить, соответственно, actual. Ну, то есть то, что вот реальное значение. То есть ожидаемое и реальное. Так вот, actual у нас теоретически будет равен create variable, string. И вот здесь вот его напишем var. Хотя я, конечно, мог это вручную быстрее написать. Ну, ладно. Actual будет sud.name. Ну, опять же повторюсь, что этот тест ничего не тестирует, потому что это глупо присвоить и тут же получить значение. Ну, для нас сейчас важна вот эта часть. Блоки вот errand, да, если так можно выразиться, в блоке. Мы задаем все данные, которые, так сказать, будут использоваться в тесте, или те, которые необходимы для того, чтобы вызвать вот этот вот самый... ну, значение, да, то есть, чтобы найти их, то есть, вызвать вот этот вот actual равен name, и, соответственно, да, вот мне предлагают использовать. В общем, смотрите, да, то есть, в разделе arrange мы создаем тест, мы в разделе arrange для теста создаем всю необходимую инфраструктуру, файлы, классы, там, константы, еще что-то может быть, то, что нужно для выполнения теста, и в act, в разделе act, мы как раз взаимодействуем с sud, да, с system under test объектом, вот, и получаем актуальное значение. А в разделе assert обычно как раз вот сравнивается значение. Ну и, в общем, теперь пришло время написать название, да.
Шут. Так, что мы здесь делали? Мы have какой-нибудь name вот таким вот образом, да? Ну и теперь, соответственно, если мы прогоним эти тесты, они, естественно, пройдут, потому что, опять же говорю, мы тестируем ничего. За нас это все протестировали. Ну, только вот когда будет уже серьезные тесты, да, правильные, тогда это будет вариант. Я пытаюсь, опять же, показать общую основу, да, когда мы начнем писать реальные тесты, будет гораздо интереснее, но для того, чтобы понимать, как их писать, уже нормальные тесты, нужно на основе простых примеров понять, как это работает. Ну и, в общем, что еще? Иногда бывает такое, что в ассерте бывает несколько ассертов, потому что, ну, некоторые все-таки, ну, бывают такие варианты, когда вот такое вот тоже, вот, то есть несколько ассертов в одном месте, хотя все-таки рекомендуется, чтобы тесты были минимальные, да, то есть чтобы они тестировали только одно, что-то одно. Ну, давайте теперь придумаем другой тип теста, который нам вернет exception, да? Я вот таким вот образом сейчас создам новый тест через копирование should throw, да, exception, вот такой. Ну, тоже, опять же, и true exception, throw exception, он ни о чем не говорит. То есть, когда, почему, да, когда, тогда и запишем, да, что when should is null. Ну, давайте сократим просто, да, when should null, вот так вот. Ну, и, в общем, мы здесь вот should подставлять не будем, мы скажем, что он равен null, даже вот таким вот образом, person. Вот, и когда мы будем дергать вот этот тест, смотрите, так, что-то я не то стер, да? Да, не то. Мы когда дернем вот этот метод, вот, свойство возьмем у несуществующего объекта, естественно, мы получим exception, ну, то есть исключение. Поэтому в юнит-тестах это делается вот примерно вот таким образом. То есть здесь дописывается throw. И вот этот вот метод, или свойство, или функция, они вызываются внутри вот этой штуки. Этот опускается, и здесь нужно написать аргумент null exception, то есть какой тип сообщения. Ну и здесь, конечно же, нужно вернуть какую-то лямбду или... Или, ну, тут уже нас, видите, компилятор предупреждает. Null reference exception, да? Ой, я аргумент написал. Нет, неправильно. Null reference exception. Вот. Ну, и таким образом вот этот тест будет выполнен. Он пройдет. Да, действительно, он стал зеленым. То есть, реально вызывается исключение. Ну, и, в общем, теперь как противоположность этого теста. То есть, тесты обычно пишутся как бы в два направления. Да, сработает, нет, не сработает. И потом, и, собственно говоря, это как бы покрывает вот сам тест. И вот, смотрите, я сейчас здесь создам instance new person, да? И таким образом мой тест сейчас как бы провалится, потому что он как бы... уже однозначно мы знаем, что это не null, поэтому я его, собственно говоря, так и назову. Should not throw exception. Так, это мне не нужно. Свойство. Ой, в смысле, значение. И вот сейчас, если я его выполню, у меня будет этот тест провален. Да, вот видите, он загорелся красненьким, потому что у меня ничего не вызывается. Ну, в смысле, не вызывается исключение. Здесь на самом деле я хочу еще показать, что вот этих вот, так сказать, возможностей у ассорта, их на самом деле очень много. И каждый из них, ну, что-то там как-то предназначен. Есть конкретное описание, чего он там обозначает каждый из методов. Он могут проверять вот дополнительные какие-то свойства, методы, коллекции, я не знаю, ну, на соответствие, на совпадение. И, в общем... Это, конечно, все мы за один раз, наверное, не сможем проговорить, но, тем не менее, нужно понимать, что это все-таки возможности существуют.
Заглушки в юнит-тестировании используются очень часто, если не сказать всегда. Ну, для того, чтобы показать на примере, как это работает и для чего они создаются, давайте я сделаю небольшой класс. Пусть будет какой-нибудь profile builder. Ну, давайте предположим, что он существует в моем реальном там где-нибудь проекте в .web, да, но я его создам здесь, потому что он для теста, чтобы только показать. Поэтому вот такой вот у меня существует какой-нибудь profile builder. Сюда нужно подставить person, который соответственно person, сделаем его в поле и сделаем какой-нибудь метод, да, какой-нибудь public, допустим person, ну пусть будет get person. Вот. И здесь по большому счету я должен сделать return person, который у меня внутри. Ну вот такой вот простой класс. Теперь для того, чтобы на него соответственно написать тесты, давайте вот это вот все вот так вот уберем, потому что они бесполезные, да. И там, во-первых, мы должны тогда, давайте все тогда уберем, раз уж делаем правильно. И собственно класс мы должны назвать profile. Нет. Profile, что там, builder, test. Это такой более реальный пример. Вот, его нужно, конечно же, переименовать в соответствии с тем, что у нас есть другой класс, который мы тестируем. Ну и имя у него, соответственно, еще должно быть. Итак, что нам первым нужно сделать? Ну, it. Ну, я просто привык так писать. Вы можете как-нибудь по-другому писать. It, не видно, should be under testing. Вот такой у меня получился класс, ой, в смысле класс, метод. Здесь я добавлю факт. Ну и вот получился, что-то у меня тут неправильно написал, under testing. Теперь первым делом, что мне тут нужно сделать? Мне нужно сделать, ну, давайте сначала, как в прошлый раз, создадим var sud равен new, как он там назывался, profile builder. И вот смотрите, первая проблема. Для того, чтобы мне создать класс, ну, который я буду тестировать, мне нужна сюда уже зависимость, которая называется person. В общем-то, как раз для того, чтобы исключить создание все время, ну, заглушек, да, то есть реальных классов, например, var, person, равен, new, person. Вот, и теперь я его сюда могу опустить, и таким образом у меня создастся класс. Здесь, соответственно, я должен, ну, опять же, по принципу range, здесь у меня будет act. Ну, я рекомендую сделать какой-нибудь сниппет, да, который будет вам, ну, генерировать вот эти вот буковки. И здесь я сделаю sort, что у меня вот этот вот, ой, not, null, sud. Вот такой вот простой первый тест. Дальше я сделаю по-простому, опять же, скопирую. Мне, смотрите, каждый раз нужно копировать объект. Теперь допустим, что мы не просто его здесь делаем, а мне здесь нужно сделать, а пусть будет var person равен sud get person. Ой. Здесь, как вы помните, я возвращаю person. Ну, у меня здесь название одинаковое, да. Давайте здесь напишем actual. Вот. И мы должны проверить, что они equal. Тот, который я создал. Соответственно, он должен называться тогда уже expected. И тот, что у меня в результате действия метода получается actual. Таким вот образом. Ой, что-то я неправильно назвал. Actual. Ну, в общем, should be уже не подходит к названию. Давайте напишем там should return person object. Соответственно, Ctrl-R-T у меня тесты сейчас выполнится.
Да, они выполнились, они прошли. В общем, смотрите, суть в том, что вот этот вот класс Person в данном варианте, в концепте тестирования вот этого Profile Builder, вот этот класс Person является заглушкой, по большому счету. В данном варианте это простая заглушка, потому что здесь у меня не так много свойств, и теоретически я могу сделать вот таким способом, сделать какой-нибудь private Person, get, давайте с большой буквы напишем get person, что-то там лишнее написал, person, и в общем-то здесь сделать return new person не проблема. То есть когда у вас простые классы, простой функционал, то как бы и тестов-то по большому счету не нужно. Но если начинается что-то более сложное, смотрите, мне нужно здесь заполнить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 свойств. И на самом деле они все должны заполняться в разных вариантах. Там где-то что-то должно заполниться, где-то нет. Тесты бывают разные, потому что... Вот. И, собственно говоря, вот этот вот getPerson я могу потом использовать вот здесь вот таким вот образом. Его здесь могу использовать. Но в данном варианте, конечно, все как бы просто. Теперь представьте, что у меня есть другой класс, который называется какой-нибудь там Pro... Ну, пусть называется Profile Service. Вот. И этот как раз Profile Service у меня в конструктор требует не просто какой-нибудь там... Давайте все-таки сделаем красиво, чтобы понятно было. А Profile Builder, да? Ну, не знаю, что сервис пусть сначала построит проект, в смысле, как он, построит person, да? А потом начнет там использоваться Profile. Я его неправильно назвал, давайте переназовем. Не люблю, когда неправильно. Да, хочу изменить. Нет, не надо. Окей, сохраняем. То есть, когда я начну писать юнит-тесты, соответственно, вот таким вот образом Shift-2 тест, то у меня здесь уже потребуется паблик. Давайте я прямо вот так вот сейчас сделаю, чтобы побыстрее получилось. Вот так вот. У меня здесь потребуется вот такой вот тест. Да, хочу применить, да, убрать лишнее. И смотрите, раз я уже тестирую сервис, я его неправильно назвал, да? Ну, давайте все-таки правильно назовем сервис. А здесь, соответственно, так, давайте вот это, нет, это как раз оставим. Вот это, вот это, вот это. Я прошу прощения за сложность. Profile сервис, где он? А, вот же он, Profile Service, мы его тоже назовем правильно. Вот, то есть какой-то Profile Service должен вернуть какой-то билдер. Давайте из его создадим билдер. Здесь напишем public create. А, давайте, из чего нам там нужен билдер. Или даже нет, давайте, да, пусть будет person. Вот такая вот зависимость сложная. Get person from builder. Таким образом получается, что у нас вот этот самый builder должен return person сделать. И тут, соответственно, мне нужно вот такой вот какую-то манипуляцию сделать. Неважно на самом деле, что это будет делать этот метод. Но суть в том, что у нас уже получается тройная зависимость. И для того, чтобы написать тесты, например, для Profile Service Test, мне здесь уже нужно написать var sud равен new, нет, new Profile Service. И здесь получается, мне нужно уже builder, а у билдера нужно, ну давайте вот так вот, я напишу builder, вот, ой, что-то не то нажал. Поэтому зависимость получается уже тройная. А здесь мне для того, чтобы создать билдер, мне нужен person. Ну а теперь представьте, как это будет выглядеть, когда у вас несколько десятков зависимостей. В общем-то, вот с этой точки зрения как раз и нужны абстракции, во-первых. А во-вторых, эти заглушки, которые позволяют, используя абстракции, реализовать любые тесты. Что в данном варианте сделать проще всего и как это вообще правильно делается?
Ну, давайте пока распределим зависимости таким образом. У нас есть Person, хорошо, мы оставляем Person. У нас есть Builder, давайте сюда в Builder вернемся, посмотрим. Здесь у нас есть какие-то... Одна зависимость, Person. Теоретически нам здесь никаких изменений делать не нужно, потому что Person может быть самой заглушкой. Другое дело, что вот в данном варианте, вот в Profile сервисе, у нас уже можно сделать вот эту зависимость таким образом. Ну, во-первых, я могу сделать это интерфейсом. Инжектить его через контейнер, через dependency injection как контейнер. Builder я могу сказать, что у меня теперь есть iBuilder. Так, что-то у меня тут подвисло. Create этот instance, и у него есть один метод, который называется return. Так, что-то не туда вставил, один момент, да, не туда, вот так. В общем, смотрите, для того, чтобы теперь воспользоваться этим сервисом, с точки зрения программного кода у меня ничего не изменилось. Единственное, что у меня здесь получилось, что у меня вот эта вот дальнейшая зависимость, давайте я ее вот таким вот способом сделаю, var builder у меня теперь сюда падает не как объект, а как абстракция. Равен так, сейчас, секунду, как я его назвал? iProfile builder. Ага. Мне теперь нужно, ой, iProfile, да, builder. Мне нужно теперь сюда как-то вот эту абстракцию закинуть. Что для этого используется? Здесь на помощь приходит такая сборка, которая называется mock. Давайте ее установим, чтобы ей воспользоваться. Вот она, устанавливаем. Да, хочу. Вот. И что, собственно говоря, я как раз вот этим mock'ом и буду создавать вот эту вот сборку. Делается он таким образом. То есть создается вот этот mock. Таким образом, смотрите, у меня builder, он имеет тип mock, profile builder. А для того, чтобы создать из него объект, я использую object. И таким образом у меня на выходе получается iProfile builder. Мне кажется, это обалденная штука. То есть в RNG вот эти штуки нам уже зависимости не нужны. Мы от них избавились. Мы создали только конечную. Собственно говоря, она имплементирована через интерфейс, то есть через интерфейс можно подставлять абстрактные значения и мокать их, то есть создавать из них заглушки. И здесь я могу также сказать, ну, дальше, да, раз уж пошли, var actual равно sud getProfileBuilder, ну, мы там не builder, да, получается, мы там person, да, а, get person from builder. Все, тогда все правильно названо. И здесь пишем person. И, соответственно, мы должны сказать assert. Not now. Actual. Ну, мы будем знать, что это person. Давайте запустим, проверим. Как вы понимаете, ничего не сработает. Тесты провалятся. Но я сейчас покажу, как их поправить. Да, совершенно верно. А, кстати, с правильным наименованием. Да, если, то есть, вот у нас profile builder test. Вот у нас profile service test. И вот сервис-тест не прошел, должен быть под тестированием. Вот, собственно говоря, и почему красиво, когда наминуешь, все получается ровненько. Естественно, у нас этот файл getPersonProfile ничего не вернет, потому что в билдере, давайте я даже вот так сделаю, var, давайте expected, скажу вот так вот, равен builder.object. А, нет, это не expected. Это у нас, это builder, да? Давайте так напишем. Builder object. Вот. И здесь я его также тоже обзову, чтобы у нас... Что, не так, что ли? Builder. Букву L пропустил. Ну да. Вот. Ну, то есть, тут как бы, смотрите. Вот у нас что есть у этого объекта. Builder object, у нас есть getPerson, но я сейчас вызываю не конкретный объект, то есть внутри вот этого profile service вызывается не отдельный конкретный объект, а его заглушка. Поэтому
есть такая штука, которая называется конфигурирование заглушек. С точки зрения моков для вот этого вот фреймворка, мок, это делается следующим образом. Я могу задать поведение, которое должен мне вернуть объект. То есть я могу установить, что метод person должен return, то есть вернуть, и пусть возвращает new person. Я ему могу сказать, чтобы он возвращал объект, который называется person. Соответственно, теперь, когда я выполню тесты, мои тесты пройдут. Как видите, я поставил заглушку на метод getPerson. Я поставил значение, чтобы вернулся объект. Причем вот этот person, грубо говоря, да, тоже может быть заглушкой. Ну, в этом тесте она, конечно, не нужно делать. Но я могу сделать person равен new mock person. И, соответственно, вернуть вот таким вот образом, вернуть person, не попал, .object. Выполню тест, и, собственно говоря, опять тесты пройдут. Да, тесты прошли. Другими словами, если у вас в одну зависимость вливается другая зависимость, и эта последовательность очень большая, то достаточно легко вот эту вот зависимость, допустим, через, в данном варианте через Profile Builder и iProfile Builder, сделать через абстракцию, ну через интерфейс. И вот этот вот интерфейс, его будет легко и просто на самом деле подменить через мок в юнит-тестах. Более того, когда вы пишете код, зная, что у вас будут писаться юнит-тесты, это как раз тот вариант, о котором я говорил в предыдущем видео, в видео-интро, так, во вступлении, да, я имел в виду именно вот эту вот возможность, когда вы подменяете сам объектный класс на его интерфейс, то есть на его абстрактную реализацию. И в дальнейшем iProfile Builder, который зарегистрируется в контейнере, допустим, какого-нибудь приложения вашего, вы сможете разные реализации этого iProfile Builder зарегистрировать в контейнере и использовать их в программе там пачками или по очереди, или в зависимости от каких-нибудь ролей пользователя. Ну, в общем, что касается вот моков, это делается примерно так. Более того, если уж говорить дальше, то вот эти вот моки, они настраиваются разным образом. То есть я могу любое поведение на них назначить, собственно говоря, не только на них, да, то есть я могу сделать, а мок этот вот позволяет сделать, допустим, у меня, давайте вот в person, сейчас я найду этот метод, и давайте вот так вот сделаем, Ctrl-C, Ctrl-V, by какой-нибудь ID, да, и здесь вот добавим какой-нибудь int ID, и сейчас у нас билдер попросит это реализовать, и мы здесь делаем, ну, я сделаю тут же самый return, вот, но давайте не тот же самый, давайте сделаем, смотрите, у нас есть profile builder, и у меня где-то там есть в этой сборке есть people, так называемые. Я вот так вот сделаю. People равен demo classes. Вот people. Да. Get people. Вот. И это у меня коллекция персонов. Ну, в общем, чтобы вы понимали так. Для тестов, опять же. Я тогда давайте вот этого персона удалю, он все равно без, ну хотя ладно, пусть остается, чтобы тесты не ломались. Вот, и таким образом получается, что мне вот эта вот имплементация будет реализовать не просто персона, а она будет возвращать people, ой, неправильно написал, people, там, допустим, single default, вот так вот напишу, где x id, есть у нас id, равен int, ой, id. Ну, вот такая вот простая реализация. И теперь, когда я буду мокать вот этот интерфейс, мне потребуется сюда ввести, by id, вот, мне потребуется сюда ввести какой-то идентификатор. Собственно говоря, речь о чем идет? Я могу вернуть, опять же, person
Object, ну, на самом деле, потому что мне не важно. Мне главное, чтобы этот метод работал. Но суть в том, что мне сюда нужно подставить какой-то идентификатор, как вы видите. И это Mocky, соответственно, решает. То есть, есть специальная конструкция, которая называется it, is any, и я говорю int. То есть, другими словами, я сказал Mocky, что на любой int отдавай вот этот вот объект person. Ну, в общем, на самом деле это у нас сейчас пока тестовая версия, то есть такая основа, да, я хочу показать, что можно делать, как можно делать и зачем. Но, тем не менее, вот это вот нужно просто понимать. Когда мы будем писать реальные тесты вот для вот этого, вот этого, вот этого, вот этого проекта, ну, вернее, только для этого, тогда, чтобы уже не вдаваться в подробности, я буду просто писать тесты, и вам будет понятно, что они для чего. Ну, и давайте я вам покажу еще одну штуку, которая называется... Для того, чтобы показать, как работает AutoFiction, давайте вернемся вот в Profile Builder и посмотрим, что у нас тут есть. Для начала нам сюда поступает Person. Да? Давайте предположим, что к нам сюда должен поступать не просто Person. Так, давайте его отсюда для начала удалим, как я уже делал раньше. А здесь мы вернем, здесь давайте переименуем, напишем GetPerson, назовем. Чтобы везде переименовало. И здесь вернем people, чтобы проект все-таки работал хоть как-то. First or default. Вот так вот. Давайте прогоним тесты, они же у нас теперь есть. Вот. Я, собственно говоря, хочу показать, что person, конечно, person, но в некоторых вариантах... О, отлично, person упал. И я примерно знаю, где. Да, совершенно верно. Где мы прокидывали в profile builder сам person, вот у нас получилась такая фигня, и это на самом деле правильно. Смотрите, нам сюда должен прийти person. Во-первых, ну, давайте так оставим, пусть остается так. У нас должен прийти сюда person, и мы напишем такую штуку. Если person равен null, мы должны сказать throw new argument, нет, как она пишется, argument null exception. Вот как раз один из ситуаций, когда, опять же, фит, конечно, надумано, но я для тестов пойдет. Если у нас person не null, тогда мы должны создать person, ну, вот такая вот дурацкая у нас имплементация, и добавить еще один person, который, собственно говоря, пришел из конструктора. Ну, вот, ну, не знаю, вот такая вот, как хотите, грустная бизнес-логика. Ну, так вот, для того, чтобы вот этот билдер теперь билдить, то есть проверять тесты, да, нам нужен здесь вот person получать. Вот этот вариант, конечно, хороший, но если учесть, что там свойств может быть очень много, как я вот показывал, и каждый раз каждое свойство прокидывать, и, в общем-то, вот сейчас, ну, сейчас, кстати, она не очень работает. Давайте проверим, что он не просто должен быть null, а еще если... person, допустим, age больше 50. Ну, такой как это, старый человек, да, если больше, тогда мы должны сказать, ну, пусть будет там опять true, new, invalid operation какой-нибудь, где она тут, invalid operation, вот он. И сообщение напишем to old. Ну, слишком старый человек, да? Вот, то есть вот такая конструкция как раз уже сработает на том варианте, который я сейчас хочу показать. Итак, возвращаемся вот в этот build, в тесты, да? И вот эта конструкция, ну, представьте, мне для этого теста нужно будет создать пользователя, которого age, соответственно, 45. А вот для этого теста, который не пройдет, мне нужно поставить сюда 44. А вот еще для какого-то теста мне придется return person, где age там 2, да? Или, допустим, ну да, кстати, пусть будет 2, да, допустим, если вот такая конструкция, когда age там меньше, допустим, 5, да, ой, меньше 5, тогда too young, да, напишем. Ну, ой, неправильно, too young, еще лучше. Вот, ну, в смысле, слишком старый, слишком молодой, понятно, да, о чем я говорю? То есть у меня вот этих вот много всяких придется сюда подставить, 50, 0,
И то есть как мне это сделать? Много персонов создать, как их поставлять, выбирать. В общем, вот это глупо на самом деле. Поэтому мы так делать не будем. Мы здесь сделаем вот такую штуку, которая... Давайте для начала установим эту самую штуку. Недаром я про нее столько говорил. Она называется AutoFiction. Ну вот, видно, что я уже ее использовал. Вот, AutoFiction. Давайте ее добавим. Очень много, как вы видите, фишечек разных для нее существует. Давайте напишем таким образом, чтобы... Я пока сейчас все по-простому сделаю, чтобы было понятно. Так, что такое AutoFiction? Это... как сказать-то, создатель инстансов, тех самых, вот, например, в нашем случае Person, с нужными нам значениями полей, то есть значения свойств. Как это делается? Ну, на самом деле, другими словами, это делается таким способом. Я пишу new, секунду, как-то, вот она мне попросила добавить, new feature, и дальше есть у нее такая штука, называется create. Она позволяет делать следующее. Если я хочу create сделать, я хочу сделать... кто там у нас был? Profile, да? А, person. Вот. То есть в данном варианте у меня сюда попадет... создаться сущность person. Здесь, соответственно, я зря, конечно, тут заменил. Здесь я должен сделать вот таким вот образом. Не попал. Прошу прощения. Еще раз. Вот. То есть, как вы видите, вот эта вот штука возвращает person. Давайте вот здесь поставим бряку. Попробуем запустить в дебаге. Где у нас тут бряка? F9. Да. И вот таким вот образом можно запустить объект. Кто-то... А, detection. Вот он. В режиме дебага. Я нажимаю правой кнопкой дебаг. Я просто хочу показать, что сгенерирует вот эта фикча. Так. Бряка остановилась. Тут какая-то штука. Я нажму отмена. Смотрите, вот у меня создался объект person. Посмотрите, что у него внутри. То есть, вот эта вот AutoFiction, она позволяет поля забить, если хотите, значениями, которые подходят по типу. Ну, в частности, например, если age, то вот 214 она добавила, как ни странно, да? Если country, то вот China она нашла перечисление мое, которое существует в сборке demo classes. Если description, то пишется description плюс какой-то GUID добавляется. Ну и в общем, как вы видите, идентификатор тоже случайным образом создался. И из member тоже случайным образом поставляется. Дата опять же также генерится. Ну то есть мне не нужно придумывать значения полей, которые я могу, собственно говоря, использовать или нет. Таким образом получается, что все придумали за нас. Оно все добавляет. А теперь смотрите, у меня вот выдалось исключение, то самое, которое на самом деле попадало, то есть свойство заполнено, оно было значение 214. Здесь оно совершенно, конечно, больше, чем. И, в общем-то, теперь мне можно уже немножко приблизиться к реальности, да, в юнит-тестах. В данный момент я вот в этом тесте просто проверяю, что у меня в Person создается и в билдере он есть. Но он не просто создается, а выкидывает исключение, потому что свойство age у персона невалидны. В данном варианте я могу управлять созданием вот этой вот самой сущности. Я вот здесь вот напишу build, а вот здесь вот напишу create. Но между build'ом и create'ом я могу сказать, что мне нужно build'ить, что мне нужно create'ить. Если так, конечно, можно сказать. Я хочу сказать, чтобы свойство, которое называется age, имело значение 50. И если сейчас прогоню тест, то он пройдет. Далее, давайте в этот тест зайдем, запустим его. Он, естественно, не прошел. И он не прошел, потому что too old. Опять же, видимо, какое-то там сгенерированное значение неправильно стрельнуло. В общем, я могу сделать то же самое. Я могу сказать, создай мне объект, у которого age будет 50. Запускаю тест. И тест не прошел. Смотрим, почему. Потому что мы видим, что
персон, который создан, с тем персоном, который ожидался на выходе, это разные персоны. Почему так получилось? Ну, на самом деле очень просто. У нас все описано в конструкторе. Мы добавляем один, а на first выдаем как раз другой. То есть первый по очереди, а тут не важно, что он будет первый. Нам просто здесь нужно получать правильный объект. Мы тогда сказать должны get person, а у нас не first person, а get person by ID. Так, а у нас идентификатор не задается. Ну вот как раз пришло время создать идентификатор для этой сущности. Для этого достаточно написать 1, 2, 3, 4, но я почему-то это делаю не в том тесте. Давайте сделаем правильно. Опс. Вот. То есть я говорю, что у меня сущность person генерируется с полем h30 и ID будет 1111. Ну и цифру же я придумал. Ну и, соответственно, если мы теперь выполним тест, он, соответственно, пройдет. Да, он прошел. Ну и, как вы понимаете, вот эта вот фикча, она позволяет генерировать любое событие, в общем-то, любое свойство, любого значения. Более того, у нее есть предопределенные настройщики, которые могут однозначно и четко говорить, какое значение генерировать для конкретного типа свойств и когда, ну то есть всегда, да, там, для определенного одни и те же там. В общем, внутри вот этой автофикши она очень сильно конфигурируется. Но мы пока вдаваться в подробности не будем. Я думаю, что мы об этом узнаем чуть попозже, когда нам это потребуется. Ну и тем не менее, давайте все-таки тогда доделаем наши тесты. Да? Смотрите, нам нужно в концепции вот этого вот бизнес-теста проверить, что работает, что нет, как бы что покрывается тестами, что нет. Давайте я вот это вынесу в отдельный файл, чтобы он не мозолил глаза. Вот, и то есть вот такой вот profile builder у нас появился, хитренький. Но, друзья, я вам покажу все прелести и разности, и почему есть разные эдишены у Visual Studio. Смотрите, Visual Studio у Advanced, Advanced Edition, или как она называется, есть Live Unit Testing. Это на самом деле фишка очень обалденная. Я вот сейчас ее включу, и вы сейчас увидите, что у меня тесты будут проходить в режиме реального времени, так называемом в бэкграунде, да? Вот, тесты прошли, смотрите. И это у меня сейчас Live Unit Testing. Более того, обратите внимание на то, что напротив каждой строчки, практически каждой строчки, появилась специальная галочка зеленая. Более того, она говорит, она не просто зеленая, она говорит, что тест пройден. И я вам сейчас скажу секретную секретность, которая на самом деле раскрыла мне в определенный момент глаза на мир. Вот она показывает не то, что тесты прошли, а то, что это в реальном времени тестируется, и это покрыто тестами. То есть вот эта вот строчка, вот эта строчка тестами не покрыты. Более того, смотрите, какой вариант. Если я сейчас добавлю... Ну, мы сейчас здесь пока ничего не проверим, да, допустим, давайте допишем, чтобы это можно было проверить. Вот что. Сейчас мои тесты будут проходить в реальном времени. Мы сейчас делаем таким образом, правим сами тесты. Смотрите, мне нужно, вот я тесты написал, а здесь вот эти тесты не покрыты. Давайте покроем вот эту точку, вот эту строчку тестом. Нам нужно, чтобы person был 0. Что для этого нужно? Для этого нужно создать новый тест. Я его назову should. Так, у нас should return object. Ну, тут, наверное, уже неправильное название. Давайте я пока копирование отставлю. Так, should. Да, тут как раз should be under testing. Давайте назовем end create instance. Здесь мы назовем, что он уже не просто return person object, а return person by ID. Так, when давайте напишем age 50. Тут у нас реально все сработало, поэтому мы сейчас копируем. Обратите внимание, что unit тест автоматически проходит по мере изменения мной кода. Теперь давайте should не return, а should throw error
when, так, не так написал, age, допустим, давайте напишем greater than 50. В общем, здесь нам теперь нужно поставить 55, пусть будет. Обратите внимание, превращаются зелененькие галочки в галочки с часиками. Теперь у меня тест, соответственно, не прошел. Он покрылся красненьким крестиком, если так тоже можно выразиться. Ну и, в общем, мне теперь нужно этот тест написать правильно. Смотрите, теперь я переключусь в Builder, и у меня ничего пока не поменялось, ну, наверное, потому что это... Да, обратите внимание, что вот сейчас у меня вот эта строчка throw exception, она не покрыта тестом, но вот сейчас, когда мы здесь напишем, мы должны здесь написать вот, мы должны здесь написать вот так, как я и говорил, нам вот эта строчка не нужна, а вот здесь мы должны написать именно throw, как там мы назвали exception, invalid operation, мы его сюда втыкаем, здесь пишем new, профайл, да что такое, не попадаю, кто там, builder, expected, и вот эту штуку убираем, и здесь, соответственно, вызываем вот этот метод. Теперь смотрите, тесты сами автоматически проходят, я ничего не нажимал, они покрылись да, зелеными галочками, теперь смотрите, у меня вот больше 50, он покрылся, в смысле, поменял значение с минуса на зелененькую, теперь, когда null. Все делается примерно то же самое. Ну, я сделаю теперь вот таким вот образом. Теперь, по большому счету, мне не важно, из какой у меня будет person. Я сюда хочу сказать null. И throw exception when... Давайте напишем person is null. Опять неправильно написал. Null. Таким образом, получается, что у меня сейчас этот тест вот автоматически в процессе запустился. Не прошел. Потому что у меня... Почему? Правильно. Потому что тип exception у меня другой. Сейчас я его сюда вставлю, правильный тип. И смотрите, он стал зелененький. И в билдере, соответственно, эта галочка тоже стала зеленой. Ну и, в общем, осталось еще где меньше 5, да, то есть старых пердунов, в смысле пожилых людей не принимаем, и дети младше 5 лет тоже не принимается. Для этого, собственно говоря, мне нужно вот этот тест повторить. Давайте напишем тогда мы напишем не greater, а less than 5. Здесь напишем 5. Вот эта строчка нам теоретически ни здесь не нужна. Она, конечно, не мешает, но лучше не забивать голову, как говорила одна моя знакомая. Ну и так, меньше 5. Она должна у нас что? Сохраняем. Вот они, тесты сами снова запустились. Invalid operation, проверяем. Так, expected 5, invalid operation. Так, он у нас покрылся красным. Нет, трон. А, не 5, а меньше 5. Давайте 4 сделаем и сохранить. И вот, как вы видите, галочки зеленые. Очень приятная картинка, мне кажется. Ну и здесь, как вы видите, уже почти полностью покрыт весь юнит-тестами. Ну и давайте еще тогда уж, раз уж так дело пошло, мы уже, конечно, по времени заскочили за час, ну давайте уже покроем до конца тестами, в конце концов тогда будет четкое понимание того, для чего они нужны и что они дают. Get person, first, да, значит, какой-то у меня здесь должен быть тест. Я скопирую вот этот, ну, в данном варианте это проще. У меня should return first from people collection. Ну, mock, как вы понимаете, в данном случае мне не нужен. Я просто хочу people.getPeople я хочу взять first. Ну, даже не or default, а просто first, потому что я точно знаю, что там есть. И когда говорю не by ID, а просто get first, они должны быть равны. Я даже запускать тесты не стал. А нет, я нечаянно нажал запустить, собственно говоря, это не меняет ничего. Я запущу опять автотестирование.
Ну, как вы видите, он покрылся зеленым. И здесь у меня вот что-то сломалось, да? Так, у меня загорелось. Почему? Потому что я, видимо, что-то не так сделал. Сейчас посмотрим. First people... А, они должны быть не equal. Почему они не equal? Потому что они немножечко разные, да? Потому что get first у нас возвращает people. И сейчас посмотрим. Ну, в общем, объект-то на самом деле get first to default, он может быть nullable, да? Давайте тогда здесь тоже сделаем get first to default. Ну, вообще сравнивать объекты это еще то неблагодарное дело. То есть тут немножко все сложнее, да? Давайте сравним не объекты, да? А сравним их идентификаторы, например. Ну, более тонкая такая надстройка, если хотите. Вот, и проверим, что это работает. Ну, как видите, тесты сработали. Да, потому что объекты, они, конечно, могут отличаться. В общем, смотрите, у меня есть теперь Profile Builder, который полностью покрыт юнит-тестами, у которого написано там определенное количество этих самых тестов. Ну и Live Unit Testing, мне кажется, это верх технологии по поводу разработки. На самом деле, это еще вот почему удобно. Смотрите, допустим, я начну делать какие-то изменения в коде. Ну, например, когда у меня люди в возрасте Христа, 33 года, я написал, тут же сразу видно, ой, не больше 30, да, а равно 30. Вот, смотрите, у меня юнит-тесты пробежали, тут же, смотрите, у меня появился непроверенный тест, тоже наглядно все видно. В общем, а если я сделаю больше, как вот первый раз написал, 33, то он сразу нарушает вот этот вот тест, потому что она говорит, что он не пройдет. В общем, все на самом деле доступно и понятно, однозначно видно, что меняется, в какой момент времени. Если я вдруг решу в какой-то момент вернуть здесь только, допустим, не первый, да, а, допустим, какой-нибудь там skip, да, захочу сделать 3 и сделать take 1. А, даже не take, а вот так вот skip 1. Вот, смотрите, у меня получается, что на самом деле эти тесты сейчас тоже сломаются, вот, видите. То есть, какие бы я изменения не вносил, я должен их носить осознанно. То есть не получится так взять просто и наговнокодить, чтобы потом был все в шоке от того, что вдруг что-то перестало работать. На самом-то деле, как видите, мало что поменялось, а тесты уже там попадали пачками. Ну и надо еще что сказать. Чем больше у вас тестов, чем правильнее они написаны, тем больше вероятность того, что вы что-то там упустите, да, то есть какие-то изменения. Чем меньше изменений незаметнее, тем вероятность того, что они быстрее и больше накопятся. Вот так вот, юнит-тесты, которые, например, частично или полностью отвечают там за бизнес-логику, обычно покрывают бизнес-логику, да, там получить конкретный идентификатор, там, ну, в общем, ладно, не буду вдаваться в подробности. В общем, наверное, на этом, наверное, все. Дальше, да, что будет дальше? Дальше я хочу вот этот вот проект реально покрыть юнит-тестами, но там уже будет разговор про базы данных. Здесь мы говорили про какие-то билдеры, обособленные единицы, так называемые сервисы. Дальше я хочу показать, как работать с базой данных, как запускать Entity Framework, в частности, в режиме in-memory, как на него строить тесты, как вообще заполнять данные, ну, в общем... Я думаю, что будет интересно. На этом разрешите с вами проститься. Всего доброго и хорошего вам дебага.